А вот Беньямин Нетаньяху заявил, что обвинения в том, что Израиль намеренно атаковал силы ООН в Ливане, полностью ложные. По словам премьер-министра, бойцы ливанского движения «Хезболла» ведут огонь вблизи позиции ООН и используют миротворческие миссии в качестве прикрытия для своей деятельности. Он подчеркнул, что армия Израиля делает все возможное, чтобы предотвратить подобные инциденты, и снова призвал контингент ООН покинуть юг Ливана. Обвинение в том, что Израиль преднамеренно атаковал персонал ЮНИФИЛ, полностью ложно. Все с точностью да наоборот. Израиль неоднократно просил силы ООН покинуть зону боевых действий на юге Ливана. Израиль не воюет с ЮНИФИЛ. Он не воюет с народом Ливана. Он воюет с организацией Хезболла, которая использует ливанскую территорию для нападения на Израиль. Израиль имеет полное право защищать себя от Хезболлы и будет продолжать это делать. Мы сожалеем о любом вреде, причиненном персоналу ЮНИФИЛ, и делаем все возможное, чтобы предотвратить подобные инциденты.